Привет, меня зовут Настя, я из Запорожья. Моя семья вся сейчас в Украине. Я, к сожалению, никак не могу им помочь, находясь там. Поэтому мы здесь решили организовать небольшую акцию. Все, что мы в нашем кафе делаем, продаем кофе, все идет на поддержку украинской армии. И я очень надеюсь, что война скоро закончится. Этого никто не хочет. Буквально полчаса, я вот только успокоилась от плача. У нас есть постоянный клиент. Он заходит, покупает двойной эспрессо и обычно платит картой. А здесь он положил на стол деньги. И я когда увидела, я сказала, подождите, это много, это было 100 евро. А он уже направлялся к выходу. И он просто сказал, это для Украины, и ушел. Больше ничего не сказал, и это очень меня растрогало, и я плакала полчаса.